В округе может появиться и новый закон, а именно запрет на продажу алкоголя на время последнего звонка в школах и убойной кампании. Проект антиалкогольного закона внесен в окружное собрание для рассмотрения в первом чтении. Депутаты идею одобрили, теперь предстоит тщательно поработать над его содержанием. Сегодня у муниципалитетов есть такие полномочия. Местная администрация вправе устанавливать сроки или периоды, когда не разрешается торговля алкоголем. У Заполярного района, города и поселка Искателей пока таких полномочий нет, они предусмотрены в проекте закона. Целью данного законопроекта является предоставить муниципалитетам, муниципалам возможность самим определять периоды, событийные какие-то случаи, когда могут вводиться ограничения либо полный запрет на реализацию водочной и спиртсодержащей продукции. Рассмотрение проекта закона запланировано на ближайшем комитете по вопросам государственного устройства и местного самоуправления собрания депутатов.